Ребят, всем привет! Я из Украины, хочу пожелать каждому мирного неба над головой. Ребята, Ника уехала домой, потому что вы понимаете, у нее сейчас там проблемы начались, да, с животиком, животик начал что-то болеть, начала тошнить. Я ее отвез домой, я уже этого вам не показывал. Она там показывается врачу, врач приписывает ей, что делать дальше. Я знаю, я с ней созванивался, она сказала, ее направили к гинекологу. Я надеюсь, она пройдет гинеколога и будет все уже четко и ясно, какое у нее состояние здоровья. Потому что вы все знаете, что она беременна. Беременна уже на 6-м месяце, так что скоро-скоро уже будет у нас сын родиться. Что еще хотел вам сказать, я сделал для Ники такой офигенный подарок. Вы, наверное, даже не можете себе представить. Я надеюсь, вы его сейчас зацените, потому что, когда его Ника увидит, я надеюсь, там эмоции будут просто, ну, на развал. Я сегодня еду за Никой, забираю ее домой. Она приезжает, мы ей закрываем глаза, она заходит и смотрит, что я ей приготовил. Я вам сейчас все-таки рискну и покажу, так как вы должны первое это увидеть. Ника все равно этого не увидит, потому что это будет сегодня происходить. Она никак это видео не увидит. Я вам сейчас покажу, что же я приготовил для Ники. Что, показать вам сейчас тот подарочек, который я приготовил? Я надеюсь, каждая женщина, каждая мамочка оценит, то, если бы ее молодой человек, муж, парень, ну, не имеет значения, подарил бы вот такой вот подарок. Я сейчас вам покажу, а вы просто честно оцените. Поворачиваем камеру. Вы представляете, как Ника отреагирует? Ребят, ну как? Как вам эта красота? Я надеюсь, все уже, наверное, догадывались, что это будет. Это кроватка. Ребят, это кроватка нашему сыну. Представляете, какая красивая? Ника ничего не знает. Вот, смотрите, какая она красивая, 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 красивая. На вот таких вот штучках. Конечно, надо коляску. Мы с Никой уже приблизительно выбрали, ребят. Вот такая вот кроватка. Кроватка с качанием какая-то она здесь, я знаю, есть. Она поднимается, у нее бортики вот эти вот. Вот оно здесь зажимается. Ну, я думаю, ей должно понравиться. Здесь есть еще... А этот сейчас я вам покажу. Вот видите, как она вот так вот ставится, чтобы ребенок не выпал. Здесь есть вот такая вот. Ну, она полностью вытягивается, не хочу. Такая вот шухлядка. Все, опустил. Ну, крутая. Конечно, крутая кровать, ребят, я не знаю. Очень крутая, красивая. Я надеюсь, Нике понравится. Она, наверное, будет в шоке, ребят. Здесь такие вот эти вот подушечки, блин, ну что хочешь, я не знаю. Мне так нравится вот это все. Боже, я уже просто уже хочу побыстрее, чтобы уже родился малыш. Положить его в эту кроватку, чтобы он здесь вот, там, я не знаю, там, смеялся, улыбался, не знаю, тянул свои ручки. Ой, такой же хочется, очень-очень хочется. Ну вот такую вот кроватку я сделал для нашего малыша. Но Ника не догадывается. Я скажу, она вообще ничего не знает, она даже подумать не может. Я ей вчера сказал, тебя ждет очень большой подарок, о котором ты не догадываешься. Она, что это там? И вот это же ее все жует. Что же это? Она думает, что это что-то, какая-то вкусняшка, но не догадывается. Но посмотрим, как она приедет сегодня и все это увидит. Вот, пожалуйста. Но полностью ездит. Ее можно хоть как хочешь, так и катай. Как называется? Сейчас покажу. Верес, как-то так. Вот она как называется. Верес. А самое основное вы не заметили? Никто не заметил ничего? Ребят, самое основное, что здесь написано, видео бэйби. Это как мой канал, и он теперь действительно, вы представляете, будет как видео бэйби. Здесь будет маленький бэйби. Бэйбик маленький будет. Я свою фотку уберу и малыша повешу. Малыша и Лерку. Теперь у меня двое детей. Леруся и малыш, которого мы еще не назвали. Виталя продает машину. Ребят, смотрите. Показывает. Девочка приехала. Смотреть машину с парнем. Проверяют. Надеюсь, Виталь продаст все-таки. Потому что у него машина очень хорошая.
А я сижу, жду его. Я поддержка, ребят. Виталь. Ну что, братан? Привет. Тебя можно поздравить? Да, меня можно поздравляю. Поздравить. Продал? Продал. Слава богу. Слушай, ну все. Поехали, я валюту поменяю. Или пошли прогуляемся. Пошли пешком? Да. Ну все, продал фордика своего. Видишь, аж настроение по тебе видно. Да? Прям, ух, блин. Знаешь, есть такая поговорка. Ничто не поднимает настроение так, как деньги. Да, так это правда. Ребят, продал Виталя, так что это очень круто. В минус, в жесткий минус. Да, ну а что ты, война на улице, блин. Да. Ничего не поделаешь. Зато, видишь, слава богу. Ура. Так что идем праздновать, да? Да. Ура, пиццу есть! Ничего себе. Ну какой он большой. Можно я заберу? Да, да. Вау, где там? Вкуснятина. Ну что, поздравляю с продажей машины. Спасибо. Так что вообще, это очень круто. Вот это мы празднуем. Мама не горюй. У-ху. Пиво ноль. Чтоб все, бачите? Ноль, всех ноль. Все за рулем. Все, да. Да, все за рулем. Водители. Нельзя ездить в военную. Военное положение нельзя ездить. Класс. Ребят, сейчас еду на новую почту, нужно забрать кое-что, вы сейчас увидите, что Ника заказала. Очень интересную вещь для нашего малыша, для нашего сыночка. Сейчас заеду и заберу ее. Она все спокойно, тихо, слава богу. Тьфу, хоть бы не на беду, не наговорить. В общем, как-то так. Погода такая, да, блин, стрёмная. Уже езжу в режиме EcoPro. Думаю, надо бензин беречь, потому что сейчас такое время. Все, ребят, забрал я посылочку. Очень крутая штука. Это Ника заказала сама. Я еще не видел. Но сейчас посмотрим вместе. Она просто заказала на мою фамилию и имя, потому что уезжала домой. Ё-моё. Машины ездят, как я не успеваю. Сейчас посмотрим с вами. Сейчас посмотрим с вами эту посылку. Ну что здесь? Вау! Не знаю, видно вам, не видно. Сейчас возьму. Сейчас возьму, вам покажу. Ребят, вот такая вот штучка. Еще даже конфетки положили, представляете? Вот, видно вам? Я не знаю. Я сейчас даже вот так вот и в зеркало смотрю. Вот такая вот штука. Ух ты. Блин, они такие резиновые. Прорезиненные. Вообще класс. Еще какие-то конфеты положили. Никуся, посмотри, что нам пришло. Это Ника заказала маленькому нашу малышу. Здесь есть, ребят, специальная прищепка. Это к одежде. Видите, она, короче, прицепляется. В общем, вы можете прицепить к одежде, и оно не спадет. Ну, такое удобненькое. И такое прорезиненное. Ну, красивая штука. В общем, очень красиво. Я думаю, понравится нашему сыну. Самое основное, это то, что Ника не догадывается, какой подарок ждет. Вы все уже видели. Это будет что-то, нечто. Я представляю ее реакцию. Она вообще даже не понимает, что я могу такое купить. В общем, будет очень классный подарок, я надеюсь. Так что будем ждать ее эмоций. Я сейчас буду ехать за ней, ребят. Я забыл одну штуку, надо сейчас возвращаться. Еду в евромагазин и куплю для Ники Пасху. Ну, там родителям, чтобы она передала вот эту вот европейскую вкусную Пасху, ребят. Потому что у нас уже завтра Пасха. Очень большой праздник, ну хотя в войне, в нашей в стране, в которой сейчас идет война, конечно, не до этого праздника, хоть как-то, но будем праздновать, стараться будем праздновать. Ой, мы уже забыли за счастливые дни, за доброе утро, спокойной ночи. Я дни вообще не знаю, какие, вот просто вспомнил вчера это, то
что вот завтра 24 число и будет Пасха. А так вообще не знаю, какой день, уже отбился от этого, постоянно помощь, волонтерим, помогаем людям, помогаем военным. Я уже забыл, что такое жизнь моя прошлая. Сейчас обязательно зайду в магазин, посмотрим вместе с нами, что сейчас продают у нас. А только такие, да, у нас пасочки синие? Или еще есть какие-то? Есть вот такие, там на трудах, по-моему, четвертый добыл. Ага, сейчас посмотрю, спасибо. Тоже такая маленькая. Нормальная. А, и такая есть. И, наверное, возьмем, ребят, одну такую. Возьму я одну. Или шоколадную. Скорее всего, наверное, все-таки возьму шоколадную. Вот такую вот. Такие вот две возьму пасочки. Интересно. Все. Это будет хороший подарок ее родителям. Все, покупку сделал. Сейчас. Я уже запутался, где моя машина. Ну тут белая, здесь белая. Или в салон ложить, или сюда ложить. Уже даже не знаю, ребят. Наверное, в салон. Положу. Ну такие симпатичные, конечно. Красивые. Красивые пасочки. Ребят, очередь за бензином. Чтобы вы понимали. Все стоят. Тоже стою и вот так вот постоянно. О. Подъезжаю. Ребят, подъезжаю уже к Нике. Дороги, конечно, у них в городе вообще такие убитые. Это пипец. Она уже там приготовила пасхи, какие-то напекли. Вы представляете, все, что хочешь. А, вон она стоит. Стоит, стоит. Кто? Привет. Привет. Я блогер. Я, да. Что ж вы тянете эти пакеты? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я по сам этот. Так это вся, пожалуйста, это тяжело. Ну тащу. Давай, я по одному, потому что я камеру держу. Да, что-то вы много всего наготовили тут. Так это не много, это просто по маленьким пакетикам. Не, ну реально очень много. Я не знаю. Вероника, я сейчас пасху. Много не мало, я тебе хочу сказать. Капец. Правильно? Ну да. Ну ты скажи, по-моему, тебе нормально пасху. Вот соседи, до соседей уже все. Да. Сейчас все соседи будут. Да, что за машина? Там уже, да, боже, какой ветер, мама не горюй. А ветер красивый. А что ж я красивый? Помыть так мною красотка, да? Нет, я их уже вымывал. Я уже их сам вымывал. Вот да. Соседа, как меня так палец додивилась, да? Там. Блин, баба не успел, представляешь, он поехал в паспорт, и он звонит, каже, а Женя уже приехал. Мы кажем, нет, Женя будет приезжать, наверное, через час. И он походит. Ну, то можем подъехать, блин, побачить меня, да. Он же хочет со мной познакомиться, да? Что, ребята, мама меня видела, а папа не видел, Ники. Ну, то можем подъехать, я с ним поздороваюсь и поедем дальше. Здравствуйте. Сейчас я ж паски вам купил, это радикам твоя. Оце ти гониш, конечно. Мене мама спеціально пекла, щоб ти не купляв. Ну я прийшлось, ну я ж пустими руками не приїду. Смотри, які. Да? Блин, красиво. Я таку теж паску. А мені не купив? Ні.
так. Ну, класочка, ты сами выпекали? Конечно, я специально все рассыпала для тебя и на твои тропы. Ничего себе. Ого. А, еще яйца. Ё-моё. Женя, яйца, куда мне ставить? Надо, чтобы они не побили. Да, до хера всего, капец. Женя, ну так... Хорошо, лучше ж так. И мама ще закатки принесла з подвала. І вирве мені тюльпанчика. Зачем? Ну, я хочу цветочок. Все, більше сюди нічого не лежить? М? Не лежить я нічого? Я ще не знаю. Зараз. Намного набрали. Натя вам пасок. Та я опустав на скамеечку, бо не можу. Что? Женя, так возьми тюльну собі, нам зачем? Не-не-не. Не, нам не, надо... Не, берите, ешьте. Женя, мы ж на петли пасу. Ничего, ничего. Мама, Женя, то ж, творится бесполезно. То ж европейская пасочка. Она как раз будет нормально. Достань. Достань сейчас и посмотри, какая она провизиненная, да. Ну, она красивая, хотя бы беленькая. Ну, классно. Ты еще не представляешь, какой тебя сюрприз ждет. Что ж там такое? Я уже показывал всем, но ты сейчас офигеешь. А ну это классно. То, что тебя ждет. А это в честь чего это такое? Это одна конфетка тебе, одна? Ну, две конфеты дали, да. Ребят, только что ж забыл сказать, познакомился с папой. Ну, маму я уже знал, а с папой только хотел сказать Виталика. С папой Виталика. Блин, Виталия в моей голове. Это, с Никиным папой познакомился, в общем. Что? Все правильно. Все правильно говорю? Ты довольна? Папа доволен. Папа доволен. Наверное, мы сейчас уехали. Наверное, сейчас будут обсуждать меня, да, наверное, по-любому? Вот тот он такой, вот он такой. По нему сразу видно, кто ему нравится, кто ему не нравится. Да? Да. Ну, так доброжелательный такой. Добрый, мне понравился. Спокойный такой. Спокойный, спокойный вообще. Ну что, ты ходила к врачу? Не. К акушеру я не ходила? Да. Я не ходила, потому что у меня живот не болит. Как же я пойду? Че, бля, то болит. У меня как назло, когда я приехала, вообще не болит живот, вообще. Может, это из-за квартиры, я тебе говорю. У тебя дома все нормально, а у меня, короче, кошмар какой-то. Надо ж туда идти, когда идешь, они ж там прощупывают живот, там тебя нажимают, там вот тут болит или вот тут болит. А как же я пойду, если у меня ничего не болит? Угу. Кого? Ну, сосиску делают с майонезом или только с кетчупом? У меня есть сосиска. Не, у меня сейчас все, я куплю сосиску. Че ты ржешь? Пипец. Дурак и юмор ты дурацкий. Че, у меня есть сосиска, я сейчас, блин, куплю и будет сосиска. Хорошо. А вы не купишь или нет? Конечно. Часам подожди, кстати, сосиска. Классная это заправка. Ну, я заправленный, в принципе, у меня Виталик, есть бензин. Виталик, ты даже говорил, что здесь можно пофоткаться. Кстати, да. Да, здесь, кстати, прикольная очень заправка. Очень даже прилично, да? Для смелой, да. Для смелой? Угу. А что смелой? Это еще не в смелой. Ближе. Красиво тут. Сам пойдешь или мне с тобой пойдешь? Не, ну конечно ты пойдешь. Где мои цветы? Тюльпаны есть. Бери мои цветы. Почему мне мама рвет тюльпаны? Просто очень вкусный тюльпан. Почему ты маме привез пасочку? Нет, тюльпаны очень вкусный. А мне не привез. Он просто тюльпан, цветок, цветочек, тюльпанчик. Почему ты мне не привез? Я сейчас понабираю на заправке всего дорогого. Набирай. И тебе придется расплачиваться. Набирай, что хочешь. Тебе понравится это. Понравится? Бери, бери всего, сосиску бери. А дома меня ждет собака. А если это будет не собака? Это не собака. Ну все. Тебя это... ждет очень крутой сюрприз. Это тогда плохой подарок, если это будет собака. Ты полюбишь этот сюрприз. Он очень красивый. Ну, это что-то есть, наверное. Пошли. Пошли. Аккуратно, там дверь. Да вижу я, ты б за меня так переживал, как за дверь свою. Конечно. Слышай, ну и что, что трусики видно? У тебя тоже трусики видно. Пальчик подложишь, и машина закрывается. Бим-бим. Пошли. Да что ты орешь? Ё-моё. Аккуратно, камера прыгает. И что? Ничего. Тебя со мной стыдно? Да, ты у нас такой. Папа. Заходи.
Я за тобой. Папа, мы пришли. Папа, мы пришли. Папа, купили. Пошли, сразу этот закажем. Ну, видишь, какой тут, кстати, вкусный отец? Я хочу сосиски. Я тоже хочу сосиски. Тоже хочу сосиску. А есть сосиски. Доброня. Сосиску. О, так вот можем. Я молочную. А я вот эту вот такую. Красивую. Так, сейчас закажем. Я тоже хочу. И еще шесть, да? Смотри, курочка. Слуша? Настоящая. Курочка? Ага. Угу. Да. Тоже, да, прикол еще? И смотри, разные тут. Это кофе. Это разные вкусы. Малиновые, это, наверное, фруктовые. И не наши, видишь? Они очень вкусные. Сука. Угу. Как так можно уже съесть все? А я была... Так ты долго... Ну, мою, у меня только целый. Я была очень голодная. Собачила. Нет, ты просто дрянь. Ты собачила. Ты собака. Женя. Что? Кнопку нажми, чтобы эту подушку загнуть вперед. А какую кнопку? Там есть кнопка. Ну все, отвали, не буду я нажимать никакие кнопки. Давай я тебе нажму. Хочешь нажму кнопку? Не надо. Павлюченко. Окей. Поїхали. А, вот. Чо ти панти колотиш? Я не бачила. Що я знімаю? Що ти знімаєш. Думаю, що ти виділуєшся? Ти ж тільки на камерку виділуєшся у нас. Да? Да. Моя собака. Как делает собака? Это ты моя собака. А я твой кот. Собака делает ау, ау. Кот делает мяу, мяу. Мур. Ослик делает и-а. Не, я хотела, чтобы ты сделал бегемотика. А, я такой, вот у меня небольшой. У бегемота большой вот. Ты бегемотик, который кушает арбузик? Нет. Ты вот этой лиса у пород. Тебе удобно? Да. Слава Украине! Слава Украине! А можешь выбросить стаканчик? Нет, ты его выкинешь в этом. Кот жрет, блин. Уйди. Просто я его могу задавить. Пш, вот так сделай. Кот, уйди. Ушел. Ушел. Да не хочется его, блин, задавить. Ну ты шо? Пипец. А что ты смеешься? Совсем смешно. Он говорит, уходи, ушел. Даже туда загнуть. Куда? Под бампер. Ты не поняла. Подойди ближе. Так и шопы не роби. Давай, ножкой просто махни. Так не надо бить, слушай, что ты делаешь? Смотри. Так вот куда? Смотри, смотри, берешь, вот, смотри. Оп. А, ну я видишь? Знаю. Просто ножкой. О май гад. Давай, Вероника, тащи это все. Ну, я возьму, так, не-не-не, не бери, давай я все так это... Я сейчас это буду. Все. Так, в комнату не заходи, там ждет сюрприз. Я сразу сказал, в комнату вообще, не дай бог. Ребят, посмотрите, сколько пакетов. Это Ника затарилась, называется. Да. Ты вроде беженка, я не знаю. Капец. Выбирай, какая... Ну, сейчас я тебе скажу, блин, обратно начинает писать. Как ты думаешь, в какую дверь надо зайти, чтобы получить сюрприз? Ну, наверное, логично, правую какую-то закрыть. Так они две закрыты, правая и левая. Ну, изначально ты закрыла все. То есть у тебя есть шанс выбрать правую дверь или левую дверь? Какую выбираешь? Ну, а? Правую, наверное, потому что ты закрыл правую. Правую, да? Хорошо, закрывай глаза. Только ты по-любому закрываешь глаза и не дивишься. Сразу тебе говорю. Не хочу. Ника. Ну, знаешь, я боюсь этих всех. Что? Так, не надо бояться. Так, я закрываю глаза. Не дивишься. Пожалуйста. Я не дивлюсь. Вообще, да? Не дивишься. А что мне делать? Стоять? Так, ты сейчас проходишь со мной. Ты идешь со мной, да? Мне уже плохо. Нет, нет, нет. Я уже не хочу. Нет, 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 нет. Идем туда. К окну идем. Сейчас. Я уже не хочу. Идем к окну. Идем к окну. Идем к окну. Ой. Идем к окну. Ой, я же не хочу. Подожди, вот так и стой. Вот так и стой. А можно не, поворачивать нельзя. Присесть, я должен включить. Присесть? Да. Ну, хорошо, а можешь присесть. А я туда. Хорошо, на счет раз, два, три. На левую. Да, раз. Боже, а что там может быть? Два, я скажу когда. Я не хочу уже на три открывать. На счет три ты открываешь глаза. Раз. Я боюсь. Два. Я не хочу. Три. Oh.
Сладко. Красиво? Я в шоке. Шо? Капец. Красиво? Очень. Ты даже не ожидала, да, что? Как так случилось? Ну, так вот, я же говорю. Сам выбрал. Сам выбрал и сам выбрал. Угу. Не, ну, значит, хорошее у нее качество. Я брал не новую. Ребят, кроватка бэушная, новую, ну, они просто очень сильно дорогие, сейчас у нас время, война, к сожалению, говорю правду, никогда перед вами не скрывал. Но выглядит она как новая, ты посмотри, нигде, ни царапинки, ничего. Ну, есть где-то на быльцах, и то еле-еле, но их не видно. Полностью новая, новая постель, ей не пользовалась. Она уже даже из матрасиком. С матрасом. Это бонусом девочка, короче, дала, прикинь, как же будет для этого. Такой есть бантик, короче. Подушек вон еще же. Видишь, подушки много. Я в шоке. Смотри, если ребенок, короче, захочет, ну, чтобы он не вылез. Раз, и на себя. Поняла? Вот. Раз, и все. Шухлядки открой. Можешь открыть, посмотреть. Боже мой. Я туда положил. Ну, подушки, видимо, мешают. Поняла? Прикольно. Скажи. Да, это ж... Ну, такой чистенький, это новенький. Это сбоку, они вяжутся. Ну, наверное. И ты сам это вывез? Да, сам Вета принес с покупателями. Ничего себе, это в Смеле тут такая? Да, я в Смеле взял. Я заехал недалеко от нас, нашел, купил. Класс. Недорого, ну, дешевая вышла, недорого, но... Еще и в звездочке, как я люблю. Да, я да, прикинь. Я скидку мама взяла одежек в звездочке. Все. И это же плотно навяжется. Так смотри, какие колесики. Оно на колесиках ездит, прикинь. Блин, кровать такая офигенная. Прикинь. Еще говорят, какая функция качения, но я не могу эту качению, где она? Чи она просто то, что ты ее возишь? Да, может, она разобралась. Ну, да, ну, состояние, я тебе скажу, классное. Не подерто, не это. Есть в одном месте, где-то на этом. Я вот здесь, шоу. На, вот там было подерто. Он с той стороны посмотри. Да, ну ладно, что там снизу? Ну, оно не видно. Да, видишь? Классно. А так состояние, я смотрю, что, ну, она как новая. Чтобы я никому не сказал, что это мы не бушно брали, все подумали, что мы новую купили. Теперь возьми эту. Туда. А я боюсь. Ну, видишь, как оно заходит в пазы? То есть, а вот так, кладу. Да. Нет. Да, вот так и вот здесь. В бок, по-моему, блин. Я не знаю. О, вот. Все, точно. Все, а, теперь опускается, да. А, подожди. А, стой. Видишь эти? То есть, вот так надо надевать, чтобы ребенок не упал, не вылез. Колеса со стабилизаторами вон сразу останавливаются. Скажи, прикольно. Mm-hmm. Довольно? Мне так нравится очень. И все прям такая красивая, так как я и хотела. Да, и я так понял, что это вот так вот делается. Да. Углы, да, наверное, закрываются? Да, это уголочки, что между... Но подушек очень много. Очень. Женя, коляску заказали, сейчас будет террорика закрывать. Ну, сейчас. Да, скоро коляска придет, ребят, уже отправили. Блин, очень красивая. Я прям не ожидала, что она может быть такая красивая. Красиво, пипец, блин. И мне даже нравится. Изначально же продается кроватка вообще. А потом ты купляешь до неї матрасик. Потом ты купляешь до неї постельное. Да. А потом ты отдельно купляешь бортики. Это бортики называются. Ну ты видишь, и тут как все. У меня не сразу мне комплектом. Я попросил комплектом. А они продавали как? Именно кроватку? Продавали в раздельно. Я комплект отдельно, он типа новый. Я говорю, ну можно, говорю, комплект. Заходит парень со мной, очень который... Красиво, брат очень. Этой девушки, которая заходит, увидел золотую кнопку. О, ютуберы! Я говорю, ну да. Я даже не могла подумать. Скажи красивое. Красивое очень. Я не хотела, чтобы было там голубая вся. Я хотела, чтобы она была белая. Ну, чуть-чуть есть царапинки. Ну, ничего, я считаю, что да, для бывушной это... Яка разница? Это ж не по улице тобі ходить, да? Я думаю, что оно нигде не сдёрто. Знаешь, что есть вообще поддёртые? Я б такие не брал. Я хотел более-менее состояние, чтобы хорошее. Я в шоке. До сих пор не можу все закрыть. Очень красиво, правда. Та и по цене смешно такой взял. Говорить не буду, но вообще это смешная цена. Я в шоке. Ну, классно. А новую покупать очень дорого такой. Ты шо? Та ты шо? Вообще, сама кроватка там 1500. Сам просто, просто кроватка. А там ще ж плюс, а ти знаєш, що такі набори, вони стоять. А матрас. А матрас. Одні, а подушки. От такі наборщики, іменно, ну, постельного і цих боковинок, вони стоять під 2000 гривень. Охрені. 2200. Ні, це дуже повезло, просто люди віддавали. Скажи красиво. Це все Сміле, да? Да, прям в Смілі. Та ось в паралельному домі. Прикинь. Ох, и красиво вообще. Я просто... Вообще. Класс.
Мені ж самі хочеться тут спати. Угу. В общем, ребят, вот такая вот кроваточка. Сейчас буду делать для вас видео. Все, я раздеваюсь.